Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару. Вон пара там ходит. Мы находимся сейчас на Ярославском шоссе в салоне BMW. У нас приключилась небольшая история. Но Аня вам потом расскажет, а я пока вам просто вот покажу, какие тут машины стоят. Мы думаем, по поводу своей машины приехали. Вот, всякие красивые. Работа с утра здесь кипит. Мы прямо вот рано-рано приехали сюда, к открытию. Я так давно не была на Ярославке, а мы когда-то жили на Лосевской, куда вот подальше. И уехали мы оттуда, когда Аня в первый класс пошла. 91-м году или 92-м, и вот с тех пор я здесь не была. Все так отстроили по новому, но оно как было широкое шоссе, так и осталось. Мама вам уже сказала, что мы в BMW приехали в сервисный центр. У нас, собственно, вот здесь стоит наша машина, и кто-то писал, что мы тратим сейчас деньги на страховку, она у нас все равно стоит, и там на стоянку. Мы ни на что на это деньги не тратим, потому что у меня прав нет, соответственно, страховку каско мы оформить не можем, пока права я не получу. И стоянка, салон на себя берет все эти расходы, на их стоянке стоит машина. Вот. Но так как она уже достаточно давно стоит, у нее разрядился аккумулятор, и мне сегодня утром, это в половине седьмого утра, 6:27, тревога такая пришла. У меня же телефона нет. Мы ложимся тогда, когда вы встаете, и мы еще не легли. Не легли. Ну, просто я не знаю, что происходит. Мне приходит тревога. Ну, сигнализация это стоит, это охранная система. Приходит тревога, я начинаю звонить, все узнавать. Никто же не знает, что она у нас стоит, купленная уже. А потом уже в 10 часов позвонила менеджеру, но он был занят, он мне не ответил. И решили мы приехать. Хорошо, что мы приехали, потому что в любом случае ее надо будет готовить, а ключа у них нет. Мне зря ключ отдали. Ей тоже непонятно, с какого перепуга неправильно отдали ключ. Да. И только сейчас это выяснилось. Потому что в комплекте два ключа, один зашит в машину, ну, так как эта система безопасности так работает, а второй ключ вот мне отдали, а его не надо было отдавать. Все, мы уезжаем. На обратном пути мы зашли в магазин, немножко прикупили всяких овощей, фруктов, мяса. Взяли много помидорок. Желтые помидоры взяли первый раз в жизни. Не, ну не первый. Ну хорошо, ладно, ну не первый раз в жизни, но давно не брали мы их. Луховецкие огурцы. Киви. Луховицкие, простите. Киви, кабачки. Мамины любимые груши, мои любимые персики плоские, китайские, неважно какие, инжирку. Ой, люблю я инжир очень. Мясо, ну это шницель куриный, натуральный, он там лежит. И я еще взяла, знаете что, я взяла кокосовую воду. Очень вкусная вода. Я люблю просто кокосовую воду. И вот эта вот конкретно фирма очень вкусная оказалась. Сюда пока положу. И еще взяли несколько сырков, Александров. Вот суфле нам понравилось. Картошка, мы просто брали их уже. Картошка вот такая. И победитель нашего хит-парада это нуга. Нам очень нравится нуга. А, еще я, кстати, вот, я еще взяла с вареной сгущенкой. Тоже люблю. Но это такое лакомство. Это, конечно, не еда, это такое вот лакомство, я не знаю, кофе, к чаю, к какому-нибудь вкусному напитку горячему. Очень вкусно.
Мой аутфит на сегодня. Это вот это вот, опять же, курточка, пальто из Uniqlo. Шарф Zara. Он мне очень нравится. Он очень теплый. Сапоги. Честно говоря, я не помню. На Белой даче покупали. И вот что осталось от моей рубашки. Вот каждый раз, когда наступает осень, зима, неважно, мне всегда это вот раздражает, когда под одеждой верхней все мнется. В общем, рубашка из H&M. Вот это маечка из H&M, кстати. Это Tom Tailor. И юбка... А, юбка Tom Tailor, да. Очень теплые шерстяные колготки Intimissimi. Ну, правильно? Нет, Calzedonia. Calzedonia колготки. Вот. Ну что, мы сегодня уже угорели. Мы толком не спали вообще. И у нас вообще было в планах, мы на прямом эфире говорили о том, что у нас было в планах снять сегодня видео, которое мы в сентябре обещали снять, по поводу того, как мы сбросили... Вес. Вес. Мы уже слова забываем. А вот. Но в таком состоянии вообще не вариант его снимать. К тому же я рано утром уезжаю в гости на... Ну, больше, чем на сутки. И мы как раз хотели это видео выпустить в понедельник утром. Потому что... За воскресенье. Да, потому что я за воскресенье не успею влог отредактировать. Но в связи с тем, что было такое сегодня непредвиденное мероприятие, вот, и просто мы сегодня не успеваем ничего снять. Завтра у нас будет для вас выходной, то есть понедельник для вас завтра. Видео не выйдет, а выйдет сдвоенное воскресенье и понедельник во вторник. Да, во вторник. А, я же вам не показала еще. Я думала, показала. Нет, а тыкни. Пожалуйста. Вот такая красота вообще. А, да, и еще у меня есть вторая рука. Вторая рука немножко другая. Аналогичная первой. Как? Чем она другая? А ты, я тебе показывала, ты не заметила? Нет. У меня на одном большая паутинка, а на другой руке маленькая паутинка. А, вот я даже этого не заметила. Маленькая паутинка. А, уголком, да? Я даже это не заметила. Так вот. А я иду в маникюр в понедельник. Да. Я приеду и увижу, какой у мамы маникюр. Да ты знаешь уже, какая. Ну, я же не знаю, как получится у вас. Вот. Не обращайте на меня внимания в том плане, что я паникюр или там, ну, по поводу машины. Да, паникюр. Паникюр, да, я. И... Мы уже когда обратно ехали, я говорю, это они еще не знают, они же мертвого из могилы поднимут. На всех на уши поставил, всю Москву. Мы пока обратно ехали, уже из нескольких мест ей позвонили, ну, куда она обращалась. Спрашивали, все в порядке. Что, вопрос надо было решить. Вот. Но все равно, в любом случае, ключ надо было бы отвозить. Я не помню, я утром это говорила или нет. Да, по-моему, говорила. Вот, поэтому в любом случае... Ну, и я посмотрела заодно. Мама посмотрела, да, машинку. Ну, такая там бедная, я говорю, бедный ребенок стоит там, одинокая такая. Ну почему одинокая? Там полно машин. И я даже села в ней, посидела. Наконец-то. Ну, она внутри вся картоночками выложена, снаружи вся обклеена. Mm-hmm. А когда ты показывала, когда ты туда ездила, я что-то даже не увидела, что она обклеена. Я не знаю, я же не садилась в этот раз, может быть, она не была обклеена, может, они сняли эти картонки? Нет, я имею в виду снаружи, вот она, эта пленка. А, да, она была обклеена. Да, просто, наверное, на видео тебе показалось, что это все белое и белое. А так, да, она обклеена всей пленкой, и только когда мы ее уже будем забирать, эту пленку всю снимут. Да, этот парень, который нам показывал, я сказал, что ну да, если мы ее сейчас снимем с нее пленку, ее потом полировать надо будет заново. В общем, вот так. Вот так вот. Вот. Первое происшествие с машиной. Да никакое, на самом деле, оказывается, не происшествие. Ну, просто надо знать было, что
Если даже аккумулятор садится, то все равно доступа к машине нет. Нет, это понятно. Просто не работает сама система безопасности. Я машину не вижу, когда не работает аккумулятор. Вот. И нужно скорее уже все-таки. А все произошло из-за того, что телефон у Ани сломался, и, вот отдали телефон, и не было приложения, по которому можно отслеживать. Аккумулятор. Что там с машиной происходит. Угу. Только пришла уже смс-ка. А если бы был телефон, то они бы видела. Я бы все равно позвонила, а у них ключа нет, и они бы ее все равно не зарядили. Все бы было немножко по-другому. Было бы, да. Психопатство такого, чтобы ночь не спать и вообще столько нервов потратить. Да. Этого бы не было. Вот, что я хотела сказать. Телефон. Так, я не знаю, когда будет мой телефон. Не прислали приглашение нам за телефоном приходить пока. Может, в понедельник я зайду за ним. Может быть. После уже возвращения. Вот. И что? Все. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Спасибо вам большое за комментарии. Много было историй по поводу того, кто как упал. Это было 2, что ли, дня назад. Но особенно запомнилась история, рассказанная мужем про жену, за которую Юрий он потом ухаживал. Да, такая милая история. И спрашивали, падали ли мы с лестницы. С нашей лестницы мы не падали. У нас один человек только упал с лестницы, и то... Это... И главное, очень интересно, многие писали свои... комментарии и писали, и я была трезва, и я была трезва. Да. Я все время читала и думала, а вы что думаете, мама была пьяна? Так я же сказала, не обидно бы было, да, если бы человек был пьяный. Я помню, очень сильно я упала, помнишь, когда вешала шторы? Угу. Я вешала шторы, а у нас тогда еще стояла тумба с телевизором у окна. И я прямо почти навзничь упала на эту тумбу, на угол. Ой, это было вообще ужасно. А ты помнишь, как я тоже на тумбу, на угол и рассекла себе ногу? И это было прямо перед выступлением КВНа, когда я должна была делать свечку должна была делать, акробатический номер. Мне так было больно. Так что да, падали. Ну что? Мы с вами обязательно увидимся послезавтра. Ты только что перед этим сказала завтра. Да? Теперь послезавтра. Желаем вам прекраснейшего воскресенья. И до скорой встречи. Обнимаем вас крепко. Желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока.